Тяжелый матч, интересный. Давно хотел дебютировать, сыграть за сборную. Спасибо тренерскому штабу, что вызвали, что удалось это сделать. И, конечно же, интересно посмотреть себя на уровне хорошей сборной. Обычно дебютантов могут выпустить на 15-20 минут. Ты практически целый матч сыграл. Силы-то остались? Пока что нет. Ну, тяжелый матч. Тяжело было, конечно. Иран хорошая сборная. Надеюсь, всем понравилась игра. Старались, как могли. Но ничья тоже хороший результат. Иран хорошая сборная. А чем она хороша по сегодняшнему матчу? Ну, как минимум, два нападающих у них хорошие. Это еще нескольких человек не было, как я понимаю. Но все равно... Так, игра, может быть, так не простовато построена, что туда забрасывают на нападающих, но два нападающих цепляются, и из-за этого они создавали моменты много. Как ты вообще считаешь, счет по игре, нет? Не знаю, тяжело оценивать объективно, потому что я был на поле, и моментами по-разному казалось, поэтому не могу ничего сказать. Как тебе трибуна, как тебе атмосфера? Да, атмосфера классная. Изначально еще, когда вышли на поле, еще перед разминкой, когда посмотрели поле, и уже было много болельщиков, и наших, и иранцев. Все кричали, гуделки, дуделки, вот эти вообще классная атмосфера. И круто, что сейчас, когда в чемпионате редко где такое встретишь, тут прям счастье.